мы переходим сразу, дамы и господа, в игру без лишних ожиданий, потому что партия уже начинается. Играет Харвест. Это Мерсерикуса, посмотрим, как сыграет. Харвест Сантос ловит Мерсери, тут же играет по Фраппе. Фраппе пытается выйти, у него очень мало хп, не хочет влушаться, слуша по нему доигрывает Мерсери и забирает первую кровь. Забирает некоторое количество кемпов. Вопрос в том, опять же, смогут ли реализовать отсутствие скачка на верхней линии у Веги Сквадрон. Ребята из Йо. Были они герои от Галио. Он пролетает, атакуя Фраппи, и решают именно на него сделать акцент. Опять? Абсолютно верно, потому что скачок отсутствует. Счет 2-0. Я думаю, что задача Фраппи не стать вовремя с Алексу сейчас. Задача Фраппи хоть сколько-то быть полезна в игре. А вот с такими убийствами, как делают Йо, это очень даже возможно. Их win condition сейчас попробовать забрать 4 драконов. Если Вега помешает им, то будет все печально. А вот тут, кстати, уже хук от Сантоса. Да, и он нажимает свой хук, отходит назад, прилетает туда. А Сайрекс промахивается ультой по Фраппе. Теперь Веге нужно выйти, а Йолам нужно контратаковать. Но здесь подходит Пикида, он будет использовать появление героя. Валера, или нет, пока настало нет, твое время. Номад стоит в очень плохой позиции, стяжка лишь по одному, а по нему можно ворваться всем троим, а возможно даже четверым. Сайрекс фейлит шишку, как плохо он ее нажал. Вынужден из-за этого флеш вниз нажимать. Мерсенри уже погиб, по Номадсу играет Рейн. Неужели Номадс выйдет из этой ситуации, когда он уже был мертв? О, Вега Сквадрон! На ошибки, сейчас нужно это перетерпеть, уж сами виноваты. Ну как бы Т2 забрали, Хикарин теперь ультует в Ариану, фиряет ее, но она на фире идет наверх, поэтому влета не получилось, и Галю играет лишь пока по одному ананасу, которому можно отдать. Ударная волна была неплохая, но пока урона не хватает, пытается босс съесть Хикарима, что и происходит, фиряя одного из игроков команды Вега Сквадрон, и на этом влетает Галю, таунтит Фраппи одного, 2-1 размен. Вот сейчас он уходит на речку, и как заходить, непонятно, в каком кусте кто сидит, и Мерсенри находится в плохой позиции, потому что Серикус и Сайрекс еще вне боя, а Рейн уже готов летать во всех, пока что танкует. Да, у него есть ульта, он летит, обездвиживает только лишь ананаса, потому что своего АДшника, своего саппорта забрал Фраппи, играют по боссу, Серикус погиб, он был в гуще сражения, я не увидел, проклял ли ульту или нет, Мерсенри пытается разыграть еще с хука, но... пытаются дотуннелить Йола своих оппонентов, учитывая Номадза, который стоит в бэклайне и настреливает свои КВ-комбо. За Ариану падают двое игроков Веги Сквадрон. Галио также минус, и на Рейн идет она нас. Ну, комба не получилось у Веги без ультимейтов, но все при этом недооценивать тоже нельзя. Змея идет по Сайрексу от босса, и атака как раз-таки по тому же самому Сайрексу. Влетает Пикида с своим появлением героя, ассистит команду. Номадз еще ударную волну имеет, которую скоро будет, возможно, давать, если протанчит его тиммейт. Эйт и Пикида выфлешивается, занимает дефенсивную позицию Номадс, не пытается играть в агрессию, а Сантос тем временем уже погиб и отзонил Серикус сейчас своих оппонентов вместе с Пикида. Я не уверен, что вообще это, в принципе, обязательно прям можешь делать, хотя очень бы хотелось. Йола немножко давит, и по дракону начинают играть. Веги нужно влетать. Рейн готов летать или нет, а его будут кайтить. Кто влетает тут? Подсумонит Галио, который использует пленение героя. Кто же заберет дракона? Все-таки Сайрекс Пикида танкует. Влетает Рейн, играет по боссу, теряет его, забирает Ранасу, ударная волна по пятерым или по четверым. Играют все Йолы, убивают своих оппонентов. 5-1. Подходит туннель к базу врага, и Рейн хочет сам зафорсировать события, чтобы найти только Номадза, но на этот раз играет по боссу, и Ранасу щиток получает босс от Номадза, и позиционно играют команды Unicorns of Love, эту драку, конечно, будут принимать, но пока этого дракона стилит господин Ананас, и играют Йолы дальше по Веге, которые уже никуда выйти не могут. Появление героя на уже мертвого Хикарима напоминает мне сцену из Гарри Поттера с кентаврами, и продолжается атака Unicorns of Love. Ударная волна ни по кому, но Серик стоит своей ульти, особенно и падает последним солдатом команды Вега Сквадрон. И Йолы все-таки берут свое, заканчивая партию со счетом 21-13, где они очень сильно пострадали в ранней стадии игры, смогли взять себя в руки. Спасибо, Паша, Артем и Юрий. У нас уже прямо сейчас стартует каточка. Давайте сразу в ущелье призывателей и перенесемся, дорогие друзья. Последний матч на сегодня. Dragon Army против Unicorns of Love. Поехали. Ну, вот пока ждем. А здесь, кстати, старый добрый инвейт от Лилии, где которая стартует со строклювов. Смайт это строклювов ананас. А там Кортес почему-то пошел играть по Сантосу. Выбивают из него скачок якорем. Редбаф эвейдит. Зачем они пошли? Надо было просто играть в баф. Там же видно было, что ананасик красный нажал кару на строклюв. Зачем они сейчас убивают просто с карту свою? Они его ногами бьют. Хук пошел. Хук по Сантосу. Сантос жесткую посадку в Кортеза. Нажимает этот скартер скачок. Выйдет он или нет. Ананасик играет со скачка. Кару отдает Кортез в големов.
Это гейм, самый быстрый гейм. Самый быстрый гейм континентальной лиги на 2.05. Особенно против Unicorns of Love, это не неприятный старт, это ужасный старт. Пошел по фрапе, жесткая посадка в двоих. Аргонавт прямо сейчас может уехать на фонтан. Аргонавт уезжает на фонтан. Потенциально Димонка может попробовать фрапе добиться автоатака. Автоатака резетится из-за того, что в No Vision зашел фрапе. Со скачка он уходит. Так. Сантос дальше играет по Димонке, но жесткой посадки нет, еще 10 секунд, добить его не сможет. Анасик уже на центральной линии забегает, по лайну попадает шариком, идет пленение. Оу, это близко было. Он попадает, не получил дэмэдж, замакшенный кул. И также еще пленение задолжил здесь, босс крутит четвертый левел с картера, у которого скачка уже нету. И оу, какой был просто смарт шарик от Ананасика в следующем чемпионате мира или на любом другом. Или так, сбивает, кстати, по коням Сантос, прыжок Аргонавта, идет перьевая буря под флашом, не смог сориентировать сейчас фрапи урон, но все равно хватит дэмэджа убить Тристану. Нет, я ошибся, не хватило убить дэмэджа все-таки Аргонавта, он убивает из двух прыжков, выходит ультимейтом, откидывает Сантоса и выживает. И будут ли давить сейчас юникорны, Кортес сразу пытается убежать, и Кортес выходит. Но Манза стан по лайну по нему сдает. Но лайна лоу хп все-таки выживает. Мегаформа. Мегаформа появляется у Маунтера. Почему он переворачивается? Пока выигрывает время. И юникорны хотят ли сейчас додавить Драгон Армию? Удар природы попадает на Насика. Поддерживает здесь мой спид. Есть какие-то телепорты? Нету телепорта у лайна лоу. Не подключится. Так, удар хороший. Удар хороший. Тристана прыгает Сантоса. Маунтер выходит. Аргонавт. Прыжка. Ты посмотри, как сыграл Аргонавт. Просто царь. Хотят закрыть босса и закрывают его. Хекс-скачок тот самый цается. Так, телепорт. Телепорт пошел от Unicorns of Love. Есть мегаформа, есть мегаформа. Так, Гнар откидывает в стенку сразу двух стан. Пошел, выходит на шишки, но не в ту сторону. Ворует ульту, но у этого Гнара вбивает Маутера в стенку. Забрали его. Попытался зацепить фраппи, но перевая буря на месте. И в итоге Катес лишается скачка. Цепляет Рел, но Рел танковая достаточно. И она четверых магнитной бурей стягивает. Врывается у нас Нома со скачка, выходит, но убили уже Кортеза и Димонку. Будет юникорны, телепорт в спину. Это будет 100% барон для Драгон Арми. Выживут ли они после барона или нет? Санта взлетает вперед. Там, кстати, Скардер неплохо. Новый сутенул Маутера. Барон забрал синей команды. Ака. Команда Драгон Арми. Живут они в магнитной буре. Четверик сразу выпрыгивает Тристана, но все остальные погибают. И Тристана выйдет или нет? Выйдет или нет, сбивает сейчас Ананасик своим шарабаном. Бэк Тристане погибает, вся команда Драгон Арми. Но барона забрали. Как бы вместо появилось у нас адаптивного шлема. Но адаптивный шлем защищал от тех... Опа, какой якорь! И еще взяли фрапи вместе с пронзанием Кортеза. Гнар уже скоро будет мегаформа. Но он пока в чарующей колыбельной. Но Мат пытается дойти до Аргоната. С флеша троих стену вбивает и становится в Жоню. Босс крутит. Его откидывает Тристана. Гнар хорошо в стенку убивает и Номанза, но Номанз выживает, убийца королей выхиливается, забирает здесь Димонку, забирает Маунтера, душу огненного дракона. Есть хекс-скачок, есть взрывная шишка, кара есть. А, нету кары, нету кары у Кортеса, совсем скоро сейчас появится, будет, еще будет. Секунда, еще секундочка, кара появляется, убили здесь Тристану, Кортес, Кортес не смог забрать душу огненного дракона, который достается. Unicorns of Love, еще и два килла. А вот и посмотрим, очень рискует сейчас. Нет мегаформы, Вукор врывается, крутит Лайнелла, Лайнелла нет скачка, взрывает Лайнелла, босс сам погибнет за это, скорее всего умирает. Но там перевая буря была от фрапи сильная, он убил Аргонавта и чарующая колыбельная Донатика, хорошая застанила и Кортеза. И выходит Скандер, выкиливается, возвращается Кортез, а у вас как же много он выкиливается с убийцы королей. Лайнелл появляется, глубинный заряд от Димонки, пошел по Номанцу, Номанц хочет сыграть Лексус, Куб пошел еще. Номанс, пока живет убийца королей, будем видеться, босс не просто прилетает, начинает здесь раскручивать всю команду, Аргонавт выпрыгивает, начинает стрелять по боссу, Номанс пытается убить его, которого не хватает, Номанс выкиливается, крутит босс Маутера, мегаформа, мегаформа, станет в стенку, но только одного босса, босс пока живет босс, выживает, а Номанс отправляется на фонтанную команду Unicorns of Love. Оформляют для себя тоже 10-ю победу и сравниваются с командой OBG.